Сегодня у нас 5 августа 2018 года. В моем доме тут. Можно к вам? Можно. Что это? О! Не детский бол. А вещь. А, подожди. Что это такое? Это чемодан. Чей? Мой. Так ты сейчас сюда переходишь, к нам? Ну, конечно. Понятно. Но у нас определенные правила. Мы вместе ложимся, вместе встаем. Ты не нарушитель. Днем никогда не ложишься. Завтрак в одно время, в 7. Если нужно, мы переменим. Мы остались всего только четверо. Ты согласен соблюдать? А как отдыхать? Ну, отложимся спать и отдыхаешь. Как отдыхать? Спать ложимся. А во сколько ляжешь, как хочешь. Только никому не мешай спать. Вставать в 4:40. Это однозначно. И сразу на гимнастику, занятие, сказать, телом, душою. Общая молитва. У вас трое, теперь трое молитесь. Ну а потом, понятно, что работа до завтрака, сколько есть. И сразу уходишь к Игорю. Никуда больше. Согласен. Покажи ему, где ложиться. Открой там. Свет там зажгись. Сходи-ка. Проверь. Покажи. Занимаю вот эту шконку. Шконка. Просто не поменяешь его с вами. Это вот дал сегодня Глушков, некондиционный. У него какие у него парники? Третий приц по 12 метров. По 12 метров три парника? Да. Это много у него. А еще что там, кроме помидоров? Все. И куда он их девает тогда? Продает в Барнауле. А почем? Не знаю, не узнавал. А почему не спросил? Да кто? Ну, он тебе дал, они, видишь, какие. Слабенькие такие. Ну да, это который не кондится у него считается. Хорошие-то у него там висят, здоровые такие, сорт хороший. У нас и таких нету, да? У нас и таких нету, да. Вот что-то у нас не зашло. У нас пока зреет все, спеет. Он как-то что-то дает им? Или химии не дает? Не знаю ничего. А то отравишься. Я знаю, что эта весна-то была холодная. Он всю весну там обогревателем подогревал специально, чтобы помидоры не замерзли. А у нас они так и были. Почему они медленно растут сейчас? Значит, мы пропустили это. Да, пропустили. Пропустили момент. Вот мы делаем как? Вот так вот резать надо наискосок. Вот. А потом лук вот делает. Сегодня я пошел, гороху взял, но это не относится. Вот так вот, видишь, вот как? Все. И лук, соль и растительное масло. Все. Как говорится, 4 компонента. Ничего больше нету. Вот. Он какой-то прямо это. Не красный помидор, а бледный. А вот он Валя приносила у нас. У нее совсем другие. Ни одного нету. У нас дома? А, здесь утром. Нету? Я утром искрошил. Ну вот так. А это нет, это что-то неладно. Какие-то они. Какие-то, видишь? Пузырьки какие-то, как выкидыши. Ну, дареному коню в зубы не смотрят. Ну все, я просто говорю. То ли они себе солнце не видят из-за этого такие. Нет, солнца там много у него. Солнца много, да? Конечно. Прямо солнечные лучи. Ну, или только через. Через карбонат. А что придумали-то мои фотографии выставить? Куда? Так давайте сегодня выставим. Как его назвали-то? Там экстра какая-то. А! Где они? Кто это знает? Виталий? Не знаю. Давайте сегодня выставим мои фотографии. У меня там их 21 тысяча.
Это будет интересно людям. А? Куда выставить? Не знаю. Первый раз слышу. Эстрадан. Надежда Васильевна сейчас подходит и подает мне платочек. Я говорю, не надо, это я знаю, это от Насти, говорю, там это подают за покойников. Нет, это с Ульяновска была Екатерина Голубева. Ну, я говорю, без меня как вы это решили, что я возьму? Я не беру, вообще не беру. То есть у меня не есть, зачем я буду лишнее брать-то? У кого нету? Ну, Виталия мало, нету, ему и подарите. А меня-то зачем это? За все отвечать надо, не просто взять. Все, тогда давай, лук режь. Мы можем пораньше провести. Какой-то фильм посмотреть. Слава Христу.